Сегодня в городском округе Химки на нашей площадке будет представлено более 300 вакансий. Работодатели Московской области расскажут о вакантных местах в разных сферах деятельности и проведут экспресс-собеседования. Найти работу и стать востребованным специалистом на базе торгового центра «Мега» прошла всероссийская ярмарка трудоустройства. Более 35 работодателей собрались в одном месте, чтобы найти достойных кандидатов на вакантные должности. Как известно, кадры решают все. Мы проводим ярмарки вакансий не реже одного раза в год и стараемся максимально охватить и все сферы деятельности, и максимально широко эти мероприятия популяризовывать. Предприятия космической отрасли, транспортные, энергетические компании, федеральные структуры и химкинские производители – выбор большой и разный. Когда много компаний в одном месте, проще, тем более сразу вам говорят, что есть, что нет, чем там в интернете сидеть, отыскивать. Анатолию Головину за 60, работал в службе безопасности и в других сферах, имеет несколько высших образований, пришел найти подходящую работу. У меня образование психологическое, юридическое, полиграфологическое. Под лежачий камень вода не течет, пообщаться, поговорить, авось где-нибудь что-нибудь и выгорит. Сотрудники компании ответственно относятся к подбору персонала. Работодатели особенно ждут молодых специалистов, выпускников колледжей и высших учебных заведений. В этот день прямо на ярмарке трудоустройства можно было пройти собеседование и оставить свою заявку. Самый основной вопрос – это вот какое есть образование, какой есть опыт работы, то есть с чем уже сталкивались и, соответственно, с чем уже работали. Ярмарка трудоустройства проводится в Химках раз в год. Тем, кто находится в поиске работы, можно обратиться на единый портал «Работа в России» или «Госуслуги». Юлиана Мазырина, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.